направо от ДК сделали, занесенный снегом. На солнце, наверное, плохо видно, но вот здесь лучше. Снега немало. Вон тракторы ездят чистить. Там 70-я аптека. А вот здесь вот то, что было построено 70-80-е годы. Карагандинский академический театр музыкальной комедии. Работает, гастролирует, продолжает радовать новыми произведениями. Это все то, что за ДК находится. Здесь более такие древние дома, а это вот, ну, по сравнению с теми домами, которые мы слева видим, уже хрущевочки пошли. Отводкнули их здесь. А впереди вот это угловое здание, это уже улица Лободы. Здесь знаменитый детский народный театр имени Буратино. Буратино, вот там видно на стеклах, на окнах. Фигурки разные. Мальвины, Чиполлины и так далее. Рядом вот с этим театром. Ну, понятно, многие здесь бывали. Ну, кстати, бывали не только в Буратино ходили. И здесь был шахматный клуб «Белая ладья». Вот здесь вот справа находился. Многие шахматисты отсюда вышли. Единственное, что сейчас клуба нет. Детский театр кукольный Буратино расширился за счет того, что «Белая ладья» съехала. Теперь находится во дворце юношества шахматный клуб. Там регулярно проводятся ежемесячно турниры для всех и периодически чемпионаты города, области, наверное, и для всех возрастов. Вот такой уголок культурный. Театр Буратино. Ага, вот это уже здесь был шахматный клуб «Белая ладья». Здесь у вас гримерка, да? Здесь нет. Или что? Гардеробная. А, гардеробная. Гардеробная. Шахматный клуб. Вот, на каждого здесь зрителя. А здесь ага. Москва. Здесь у вас сейчас я закрою, здесь Москва. Ну, это ваши секреты, да? Да. А вот зал сам. Да, да. Зал, зал. Покажите, пожалуйста. О, смотрите, какие. Как во дворце Горняков. Еще получше. И вот... А это что? Дворец... Ну, музыкальная комедия и Буратино там. А, то есть вы вот так вот соединили. Я смотрю справа. Да, 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 да. И какой-то такой объемный получается. По крайней мере, у меня в глазах это проявляется. Да, да, да. Вот такой маленький уютный зальчик. А там это партер называется, да, или как? Балкончики. А, звуковое оформление. Ага. Ох ты, ну заглядывать-то они будем просто так. Вот, может быть, вот так вот увидим. А сейчас что показывают? Ничего, только суббота-воскресенье. А, нет, ну суббота-воскресенье, как обычно. И какие спектакли сейчас? Ну, это вот репертуар у нас есть. А, ну то, что есть, да? Сейчас, одну секундочку, я вот еще вот эту картинку теперь вот наслаждаюсь. Недавно ремонт был, да? Нет, уже года 3-4, ну, наверное. Ну, 3-4, это, в принципе, недавно. Вот здесь еще такие вот, ну их плохо видно, наверное, да, это... буквально настенная живопись, да, тут по вот Иванушка Дурачок, нет, да, по а по щучьему веленью, ну в общем, да, Иванушка, наверное, казахская да, это Козы Карпеш, Боярс Лу, наверное, что-то такое, ну в общем, вот так вот, сказочные мотивы сохраняются уже много-много лет, сохранил театр народного, да, у вас так же? Мешать не будем. Занимаются дети, к очередному спектаклю готовятся. Он же не безразличен. Она на него всякие гадости говорит, как он будет съесть. Плавать. Ну что-то уже он должен делать. Брать. Да? Что же с ним происходит? С этим зайчиком. А если он будет... Вот будущий артист. Он так вот встал, и так будет стоять. Уже так не будет стоять, уже продолжает жить. Вот ты представь, Павел. Я, например, с тобой, я вот с Настей стою, и тебя буду показать, какая я пахаю.
общем, замечательно. Да, стоял бы и слушал. Ну, так, конечно, неожиданно даже для себя заглянул в этот кукольный театр. Ну, вы все видели. Потому что молодцы, работают. Кое-что еще подсказали, так что продолжим. Еще в театр музыкальной комедии зайдем как-нибудь. Вот, спасибо за внимание. Вспомнили, наверное, кое-кто свою пионерскую, октябрятскую театральную деятельность, надеемся. Все хорошо.